Дорогие друзья, об этой страшной трагедии уже знает вся страна. Оставайтесь с нами и не переключайтесь, только так вы будете знать интересные новости российского шоу-бизнеса. Еще вчера вечером в Нижнем Новгороде на съемочной площадке произошла трагедия с известным российским киноактером Дмитрием Мазуровым. Актер на съемочной площадке упал с высоты более 5 метров и повредил позвоночник. Сообщается от наших источников, друзья, о том, что на данный момент съемки фильма приостановлены и актер находится в больнице. Какая степень тяжести, пока никто не знает, друзья, но мы следим за данным происшествием. Очень хотелось бы пообщаться с самим актером, а также узнать более подробно о данной трагедии от врачей. Смотрите наш канал, друзья, подписывайтесь на наш канал и смотрите наши новости каждое утро. Спасибо вам за вашу поддержку.